Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И сегодня я расскажу вам про новый весенний сезон, который продлится с 22 по 29 августа. За прохождение этого сезона на 50% вы получаете автомобиль Aston Martin Van Hugh 2018 года, а за прохождение на 80% Lotus Elise 99 года. За прохождение серии сезонов на 50% вы получаете Cadillac Escalade, а за прохождение на 80% Mosler MT900S. Теперь о самых интересных наградах за чемпионаты. За первое место в чемпионате весенних игр вы получаете резиновые сапоги лягушка. За первое место против драйватаров уровня непобедимый в гонке у электростанции вы получаете Maserati MC12 Corsa. За первое место против драйватаров уровня опытный в автокроссе в окрестностях города вы получаете BMW M5 88 года Forza Edition. За первое место против драйватаров уровня опытный в автокроссе у мельницы вы получаете Lamborghini Aventador 16 года. И за первое место против драйватаров уровня опытный в кольцевом кроссе в Тарнхоус вы получаете Hoonigan Escort. С чемпионатами все, теперь расскажу вам о сезонных выходках. Первая выходка называется «Старый город». Это полицейский радар, в котором вам необходимо набрать 338 км в час. Выполняется эта выходка легко на любом более-менее быстром автомобиле. Я выполнил это испытание на Bugatti 2011 года. Следующая выходка называется «Холм». Это скоростной участок, в котором вам необходимо удерживать скорость около 218 км в час. Здесь также никаких сложностей с выполнением нет. Я легко выполнил это испытание на Бакмона. Последняя выходка называется «Открытый утес». Это знак «Опасно», в котором вам необходимо набрать 300 метров. Здесь необходим быстрый автомобиль с хорошей управляемостью. Я выполнил это испытание на Hoonigan RS200. С выходками все, теперь я расскажу вам, как пройти недельный форзафон. Первое испытание называется «Улицы зовут». Для его выполнения вам понадобится Porsche 959. И все, что от вас потребуется, просто выехать из гаража. Следующее испытание называется «Полный вперед». Для его выполнения вам понадобятся грунтовые спринт-кроссы. А потребуется от вас победить в трех заездах грунтового спринт-кросса. Следующее испытание называется «Не имеющий аналогов». Для его выполнения вам понадобятся заезды серии «Дух улиц». И все, что от вас потребуется, выиграть два заезда «Дух улиц». Последнее испытание называется «Не взлетит». Для его выполнения вам понадобится продемонстрировать идеальную технику на грани фола 10 раз. Для выполнения этой техники вам необходимо пролетать мимо проезжающих автомобилей, не задевая их. С испытаниями все, теперь поговорим о наградах. В этот раз в магазине Horizon можно купить редкую серебристую парку и эпический розовый цилиндр, а также легендарный автомобиль Hoonigan Ford RS200 Evolution за 700 очков. Ну а главный приз за этот форзафон это Peugeot 205 Turbo Forza Edition за 625 очков. Ну а на этом все, друзья. Не забудь поддержать меня лайком, оставить комментарий и подписаться, чтобы не пропустить следующий сезон. Всем пока и удачи с выполнением заданий!